Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Буква Р. Разрабатывается и рассматривается в качестве возможного, одного из возможного варианта развития экономики. Слушайте, вот так вот просто, так вот в столе будущее страны. Один из возможных вариантов. Буква Р. Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота. А Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Буква Р. Роботы нужны в производстве, в промышленности, когда мы занимаемся такими чувствительными вопросами, от решения которого зависит судьба миллионов людей, то здесь нужно быть людьми прежде всего. И на роботов здесь трудно ссылаться и трудно рассчитывать. Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной.